Атлантический циклон может переполошить почти весь Казахстан. В ближайшие дни синоптики обещают аномальное потепление. В Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо- и Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях ожидаются дожди, гололед и ветер. В столице до сих пор борются с последствиями аномально-снежной зимы. Выявлены 30 вероятных участков подтопления. За февраль выпала двухмесячная норма осадков. По телефонам, которые вы сейчас видите на экране, можно обратиться с жалобами в случае паводков.